сказали, что я не могу по безналу вызвать Яндекс.Такси. Вот, приходилось наличкой платить, помнишь? Вот, в Кемерово было свободное время, я написал в Яндекс.Такси, что тогда-то воспользовался услугой, забыл, что у меня закончился срок действия карты, договорился с водителем, что я ему отдам налик, а он аннулирует заказ по безналу. Водитель сказал, что он в этом не разбирается, он первый раз, но попробует, изучит и сделает. Ну, я пишу, то, что на протяжении там, 2 месяцев с меня ежедневно вечером пытаются списать эту сумму. Ну, я особо не переживал, потому что я же водителю наликом заплатил и был спокоен. Вот. Потом столкнулся, вот когда с Крыма возвращались, хотел вызвать такси, столкнулся с такой проблемой, что не могу вызвать из-за того, что ну, выдает, типа, оплатите предыдущий долг, где я наликом заплатил, и тогда сможете заказывать потом новое. Вот. Ну, и там прошу разобраться, там, аннулировать и так далее. И вот сейчас ответил, что... Здравствуйте, ошибочные попытки списания больше вас не потревожат. Карта снова доступна для новых заказов. Приятных поездок. Аж 2 раза прислали. Второй период. 8 минут отыграли. 1-0. Так, все, у нас мусора больше не будет. Я выкидываю пакет. Наверное. Больше 2 минут стоим. Ну да. Стоит больше 2 минут. Народ вышел, нет? Да они нифига никого не выпускают. Я знаю, что тоже от проводников зависит. Бывали такие вот, где 2 минуты, и я выходил спокойно и купил. Ну есть нормально, а есть вот такие. Есть такие, как вот нам, ну, не повезло нам. Кипяток, плати. Значит, туалет платный. Что это такое? Где это видно? Слушай, а у тебя есть WhatsApp? Мы еще приехали, видимо, пораньше. Но хотя уже должны тронуться. Что делаешь? Ждешь, когда тронется, чтобы... Не, зачем? Я мысленно... даю установку. По счете 3 ты должна тронуться. 1, 2. Три. Видишь? Где? Что? Мы стоим. Где же стоим? Это поезд стоит. Стоим. Да, что-то не сработало сегодня у меня. Экстрасенсорика. Ну ладно, я понял, что это сидит. Поехали. Он. Это этот, да? Ласточка. Не, ласточка это та, которая. Чуть попозже нас прибыло? Нет, он встречный занимал полосу. Это ласточка. Вот она, скоростная электричка между Москвой и Нижним. Можете посмотреть на ласточку. О, пожалуйста, вышли люди. Скоростная электричка «Ласточка». Должна быть надпись на... Вот она надпись. Thank you.
и 8.14. Короче, за полминуты решаем. Первый раз, когда я вижу, что попал в поле.
какая красота на правой стороне. А слева что? Ой, какая красота с левой стороны. Деревья, столбы, сугробы. Собственно, то же самое, что и справа. Ну, справа освещенность лучше. Справа все это красиво, а слева не очень красиво. Но зато слева еще рельсы есть. Ну, не хочешь, что я не могу.
если у нас было 5 минут, то нет. Где бы интернет попал? Не, ну погоди, там же тормозят время. Колеса, да, сколько там этих игроков? Три пятерки. На это положить на весы. Три пятерки, это 15 человек. Плюс там запасные тренера, еще там с десяток. 25 золотых такого хоккеиста. 20-25, ну я точно не знаю. Вот, надо самое главное взять золото. Как Канада сегодня еще сыграет? И Канада ли выиграет? Может, или Германия выиграет? И чё? Нам приходит дело для этого. С кем мы в финале будем играть? Перерыв. Какая погода в столице?
Ямка, ямка. Идете по голоду. Это Задорно рассказывал инструкцию поведения. Как сгруппироваться, потренируйтесь дома. Дети на полу согнуты, под углом 36 градусов. Ноги должны быть согнуты в колени. Передвигаясь по голоду, я вообще удивляюсь, кто писал эту инструкцию. Меня бесит, когда неправильно дикторы обращаются с числительными. Бог меня бесит. Так все-таки в 500? В 500 километрах. То есть не в 500 километрах? Нет. Хватает 500 километров. А мы на расстоянии 500 километров. На расстоянии 500 километров. 500 километров. Здесь пошли этими кусками снег. Да, вот это искусственно налепили из пенопласта, да? И сороки сидят уже на деревьях. Уже. Это не сороки. Да не, не сороки. Это два раза сколько с правой стороны панора. Ух ты! Тюрьма какая-то. Видел, зону приезжали? Не здесь, там. В Кемерово? Между Кемерово или не знаю, в общем, там вчера. Этот на вышке стоял, сидел часовой, поставил. Так не факт же, что за. И эти казармы какие, бараки. Может, войска части. В воинской части будет солдат на вышке сидеть, да? А почему нет? Часовой. Да, лес охраняет. Какой Брёвна. Лес? Какой лес? Там этот доски лежали. Дерево обрабатывающий завод. И танки проезжали, воинская часть казармы, расформированная часть. А танковый. Ну это на продажу. Американцы. На Украину. Они не рабочие, да? У всех дуло загнуты. Смотри, у тебя еще одна лампочка пропала. Да. А ты, Владимир, можешь двое пускать зарядные средства. Одеты батарейки. Там третий период начался. Мы идем к вам. Позвольте на придон. Он говорит, это не да.
все так на склоне, да, все. Вот нижнему не повезло, сколько он хватит постоянно. Почему? Все затоплено. Нет, вон, смотри, туда еще с левой стороны, вон куда вода пойдет. Ну, значит, этим не повезло. Вот там овраг дальше. Так, 4 минуты сыграно, 0-2. В третьем периоде ничего интересного не произошло. Да. Ну, сейчас наши пропустят одну шайбочку и будет весело. Да. А наши не умеют же по-другому. Не, ну что, американцы раздолбали. 4-5 надо. 4-0. Девки нифига не смогли ничего. Туалет не позвонил. Потому что все на линкоре сидят. А наши нет. Уважаемые пассажиры. Дальше поезд не идет. Наш поезд прибывает на станцию Владимир. Стоянка поезда. 30 минут. Уважаемые пассажиры, находясь на остановочном платформе, внимательная осторожность. Помните, что железная дорога, зона пропущенная. Будьте здоровы. Спасибо. Вот надо было всегда слушать. Скоро остается. Я только прошел, сколько не будет. Воспользовался, пока никого не было. Ты что ли? Если пахнет. О, трубки. Мира. Вот это видок. Вот видно, что нет. Ни хрена не видно здесь. Нет, ну что-то видно. Что-то видно. Энергоремонт. Владтехноцентр. Владтехноцентр. Ой, автоприбор, да, станция? О, он градирнее. Так, какой километр? Пережитки прошлого. Где? Один? 199 километр. Нет, 193. Давай дальше поедем, с той стороны будешь снимать. Потому что весь вид будет с этой стороны. Ну да. Отъехали же до этого. Ох, какой здесь вид. Вчера. Вся картинка была с левой стороны. Сегодня вся картинка с правой стороны. Е-мое, да что ж такое-то. Так, 6 минут сыграно. 0-2. Забудьте 10-0. Да ну нет, уже не забудь 10. Солнце. Да, на стекле. Любуйтесь своим местом. Где вообще платформа? Все, приехали? Ну, где-то еще 5 минут, на самом деле. Ладно, вы еще 5 минут езжайте, а я здесь Yeah.
Слушайте, то есть с той стороны нет платформы. А, вот есть.